Ну чё, как там? Чё-то вы смотрели? Не? Ну смотрите, смотрите, внимательно. Мелкий, ты чё, плохо видишь? Ты где очки взял? Ладно. А вот эти охранники с калашами здесь необходимы, просто я не понимаю зачем. Мы как бы просто пришли на собеседование, на которое вы нас приглашали в предыдущей серии. Этот хрыш усатый, вот это, в предыдущей серии пригласил нас, сказал то, что приходите завтра с утра, посмотрим ваши алмазы, какой они там пробы. Вот эти два алмаза, которые у меня, я даже не знаю откуда, они у меня с первых серий там жизни ютубера. Вот, все же мне подписчики советовали их продать, поэтому я их продаю. Не, ну как бы я на самом деле реально не понимаю, зачем здесь эта охрана? Мы что, похожи на бандитов? Мы похожи на криминал? Мы похожи на тех, кто грабит людей, убивает там или что? Мелкий, не маши лишний раз башкой, хорошо? Я честно не понимаю, да у нас нет ничего запрещенного, да у меня в инвентаре максимум это лук, лопата, миксер, старый телефон, железный топор и лом. Ну еще пару гранат, пару С4, пару ТНТ, пару калашей. И все, как бы еще... Так, руки на пол! Какой на пол? Морду в пол! Тихо, пацаны, я пошутил. Нет у меня в инвентаре никакого калаша. Это шутка. Шутку, понимаете? Юмор, understand? У меня нет никакого калаша. Ну, точнее, он есть, но не в инвентаре, а закопанный у меня дома в подвале. А так у меня ничего здесь нет, поэтому не парьтесь, пацаны, все нормально. Можете домой идти там с женой чай попить, а не тут лишний раз время на меня тратить, непонятно зачем. Вот. Ну чё вы там долго? У меня скоро сделка. Если мы не успеем до вечера собрать нужное количество монет, то риэлторка продаст нашу хату, нашей мечты вот этому странному Михалычу, который очень сильно меня поставил. Так, это вроде 699-я проба. Это я у вас должен спросить. Я-то откуда знаю, какая здесь проба? Вы тут вот это должны разбираться во всяких алмазах, изумрудах и прочей фигне. Разрешите поинтересоваться, откуда у вас эти алмазы? Да, на завещание деда моего мертвого. Вот недавно умер Костя, хоронили недавно Костю. Вот, Костя завещание мне оставил дед, вот, нашел на Второй мировой войне, где-то там, вот это, у немцев сокровища вырыл, где-то там в каком-то заброшенном замке. Вот, завещание мне оставил. Неважно то, что Косе было примерно лет 20, не спрашивайте, у нас просто в семье очень там странные дела творились. Ну ладно, за один алмаз могу вам предложить стак золотых монет. 3 стака золотых монет. 1,5 стака. 2,5 стака. 2,5 стака золотых монет. 2 стака. Вот на этом и сойдемся. Сразу бы так надо было. Вот стак золотых монет, цену занижаете. Тут торговаться со мной надумали. 2 стака. Хорошо, давайте. Угу. Раз. Ага, 2. Дальше 3 и 4. Ля, да у меня за 100 с чем-то там серии жизнь ютубера никогда столько бабок в инвентаре не было. Главное, чтобы сейчас нас там какой-то грабитель на улице не встретил и случайно эти, сколько там, 13-14 стаков золотых монет не забрал. Вы даже не зырьте, пацаны, это не ваше бабло. Вам до зарплаты еще жить и жить. Все, ладно, давайте, до свидания. Спасибо за сделку. Спасибо подписчикам, что мне посоветовали продать эти проклятые алмазы, которые у меня уже 130 серий в инвентаре валяются. Спасибо, я не знаю реально, зачем я их хранил так долго. Будут еще алмазы, приходите, будем ждать. Да, угу, спасибо. Пошли. Ой, а так нельзя было выходить? Ну извините, заделайте, вы же в банке работаете, бабла у вас много, пошли. Да, еще, давай еще пару раз стрельни вот это рогаткой в стекло, что... Да я пошутил, зачем ты реально стреляешь? Сейчас еще одно стекло разобьешь, нас просто посадят. Все, пацаны, извините, давайте. Жонам привет. Сними очки, а? Ты как Дуримонда выглядишь. С вами все нормально, может психушку вызвать? Короче, дела такие. Катя в этом моем ресторане уже 2-ю серию нас ждет. Я-то ее пригласил, как бы, Катя, приходи, там посмотришь мою новую хату, оценишь, как я круто живу. Как обычно, вся жизнь и все планы в один момент просто идут по одному месту. По такому гладкому. Там 2 полупопия. Я забыл, как это место называется. Но вы все поняли, да? Ну и вот, я в предыдущей серии Кате немножко зубы заговорил. Сказала, чтобы она подождала в этом ресторане и... Произошло так, то, что она переночевала случайно в этом ресторане. И походу, если она меня сейчас увидит, то 100% убьет. Хотя, ну ладно, два мелких зайдем, посмотрим, как там Катя. Давай сначала через двор пройдем, посмотрим через окно, чем она там занимается. Нормально ли Катя себя там чувствует или уже готова меня просто убить за то, что я 2 дня морю ее голодом и морю тем, что она здесь ничего не делает, просто находится в этом ресторане и ждет, пока я ее приглашу к себе домой. Думаешь, с ней все нормально? Нет? Мне кажется, ну немножко все же нервничает, ходит туда-сюда. А так, мне кажется, ну, если мы к ней подойдем, извинимся с тобой, то, наверное, все будет нормально, да? Она не будет... Ладно, в следующий раз, мелкий, давай мы сначала хату купим, а потом мы все же Катю пригласим. А то, мне кажется, если мы сейчас зайдем, то она вот этот стул, который в ресторане, и мне в задницу вставит, и тебе в задницу вставит. Ну, если это твой транспорт с этого дня, тогда это мой транспорт с этого дня. Поехали. А чё ты хотел? Ты нашел себе лошадку? Ну, значит, я буду на этой корыте. О, ДТП чуть не случилось. Вы как бы аккуратнее поворотники включайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, решили вернуть вашу хату? Ну, да... как бы, решил возврат-обмен сделать. Ну, то есть, вы уже сказали то, что в течение 7 дней я могу ее вернуть. Вот. Возвращаю. Ну, хорошо, тогда пройти. Ну, все, давай, пошли, мелкий. Кобыляку здесь можешь оставить на самом деле. Здесь ее никто не украдет. Хотя, зная город ютуберов, здесь все могут украсть в любой момент. Да, это, конечно, не хата моей мечты. Проходите, давайте. Быстренько вот это все сделаем и быстренько разберемся со всей этой проблемой. В общем, хата говно, больше мне говорить нечего. Кран воду льет почему-то вверх, соседи говно, шумят, все говно. Извините, конечно, что так много слов говно, но реально говно. Разрешите узнать, почему вы решили вернуть хату? Да я только что сказал. Говно, потому что все говно. Ну, тут двухспальная кровать, да я еле как сюда помещаюсь. Да даже мелкий сюда еле как помещается. Не то, что я. Кран воду льет вверх. Ну, то есть ты наклоняешься вот так на кран, а он тебе вверх воду в лицо льет. Ну, то есть посуду не помыть. Все стены в трещинах. Соседи... Вот посмотрите на мой потолок. Они мне раз 10 уже его здесь сломали и 10 раз падали сюда ко мне. Затапливали, ломали. Ну, реально, соседи просто изверги какие-то. Демоны. Ну, не знаю. Мне кажется, вы преувеличиваете. У вас нормальные соседи. Да ладно! В смысле нормальные? Вы видите, из чего у меня потолок сделан? Видите? Из картона. И я даже не преувеличиваю, с реального картона. Потому что этот сраный сосед Валера со своими корешами бухает каждый день там. И каждый раз мне потолок здесь ломает. Вот реально каждый день... О чем речь, Валера? Здравствуйте. Я уже сегодня вас заждался. Картон опять сломали, да? Это нормальные соседи, вы думаете? О, здравствуйте. Что это за чикса? Риэлторша, Дуримонда, говорит то, что у меня нормальные соседи. Валера, ты считаешь себя нормальным? Я вот не считаю то, что ты нормальным. Давай, все, сегодня побывал у меня в гостях, давай, проваливай. Извините, простите, не хотел беспокоить ваше беспокойство. Ничего страшного, вы не побеспокоили мое беспокойство, потому что я каждый... Да хватит с дверью баловаться. Убедились? Мне... О, Валера, здравствуй, ты уже дома. Кофеечка не найдется? У нас здесь сделка проходит, если ты не против, свали, пожалуйста, пердак свой отсюда. Ну, давайте документы тогда. Вот так бы и сразу. Так, документ... Права на квартиру. Держите, а вы мне стак обратно. Золотых монет. Угу, все, сделка завершена. Прощай, дом, хоть и не родной, но мы здесь переночевали примерно 2-3 ночи, поэтому до свидания. Приятно было с вами иметь дело, до свидания. О, подождите. Риэлторка, подождите, какое до свидания? У меня к вам еще одно дело. Вы что, забыли? Мы на сегодня договаривались, то, что мы купим квартиру вот это в ЖК Березка. Не помните? Сегодня на вечер мы договаривались. Я деньги все собрал. В смысле, какую квартиру? ЖК Березка, жилой комплекс Березка. Самая дорогая квартира в городе ютуберов. Я к ней 145 серий жизни ютубера шел, чтобы накопить. Ну, на нее уже есть покупатель. Он платит 12 стаков за нее. Сраный этот Михалыч, ёханый папай. Это жопа наглая. В предыдущей серии в последний момент подошла и сорвала нам всю сделку. Сказал то, что он почему-то платит 12 стаков золотых монет. Хоть мы сами договаривались на то, что я куплю эту хату за 10 стаков золотых монет. Короче, с Михалычем с этого момента я не дружу. Точнее, с момента в предыдущей серии. Вот он. нажми, тыкни, обязательно посмотри, насколько Михалыч там скотобаза. Ладно, пройдемте. Я тут небольшой план придумал. Сейчас я вам небольшую историю такую расскажу. Про вашего Михалыча. Про того, чем он занимается. Кто он такой. И почему ему не стоит продавать хату в жилом комплексе «Березка». Преступник. Криминалист. Хуйлиган. А вы знаете вообще, почему он предложил вам продать ему хату за 12 стаков золотых монет? Знаете почему? Мне кажется, не знаю. Вот, не знаете. Потому что Михалыч у нас бабульчики отмывает через свой вот этот салон техники. Вы знаете, кто кузен его? Племянник. Он в Колумбии наркоторговцем подрабатывает. Вот отсылает своему дяде бабки из Колумбии, а этот дядя через магазин техники отмывает. А полиция до этого момента не узнала еще. Да, во-во-во, полиция до этого момента еще не узнала, хотя к нему тут уже частенько начала проверка ходить. Вот прям каждый день, мне кажется, рано или поздно его раскусят. А если вдруг полиция узнает, это ужас, просто ужас, вот. А если вдруг полиция узнает, вот так случайно кто-то им на ушко нашепчет, допустим, мелкий. Хотя мелкий нет, мелкий разговаривать не умеет. Я, допустим, нашепчу. То, что недавно этот Михалыч, дядя кузена, вот племянника наркобарона, все свои деньги отмыл на покупку квартиры. И квартиру купил у вас риэлторка. И все эти фальшивые купюры, отмытые через его салон, у вас находятся. Как вы думаете, кого после Михалыча в тюрьму посадят? Мелкого? Я думаю, что нет. Как вообще такие люди живут? Их садить нужно. Вот я об этом же, да. Вот. Поэтому я все же вам предлагаю мне толкнуть хату за эти 10 стаков золотых монет, про которые мы договаривались. Ладно, черт с вами, давайте 10 стаков. Что, так просто? Тогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Еще почти 4 стака в запасе себе оставил, вот. А чё я буду переплачивать Михалыча, если я могу такую сказку придумать? Права на квартиру. ЖК «Березка». Все, живите, наслаждайтесь жизнью. Ой, спасибо, спасибо. То есть с этого момента я живу там? В этом доме? Мелкий, ты веришь? Вот и я что-то до сих пор как-то не верится. Все, спасибо, было приятно с вами иметь дело, мы с Мелким пошли, у нас там много дел, надо всю Здравствуйте, ну что, подписываем договор? Ой, сейчас будет интересно. Ой, криминал. Пранк вышел из-под контроля. Бандит! Посажу вас скоро! Ну давайте не так резко, он как бы всего лишь там кузен наркобарона. Заявление напишу, фу таким быть. Хоть фу. Да, бедный Михалыч, досталось ни за что. Все, до свидания, живите с Мелким, поживайте, добра наживайте. Давайте, риэлторка, давай. Угу. И что это было? Да, если вкратце... Да ничего особенного, Михалыч, она просто просила тебе передать то, что... Вот цитата. Михалыч... Соси капусту. Чего? Капусту. Соси. В смысле? Ну, в смысле, берешь капусту и сосешь. Ну, Мелкий, она так сказала. Сказала же? Она сказала, Михалыч, соси капусту. Я там... Все, она сказала нет. Нет, она больше не будет тебе хату продавать. Вот она мне продала. Видишь, у меня документы в руке. Вот хата моя. А ты соси капусту. Все очень просто. Моя хата, сосешь капусту. Да-да. Вот. Я тебе обещал то, что я куплю эту хату любым способом. Обещал. Ну так вот, я сейчас в нее заселюсь в следующих сериях. Покажу Кате, потому что, ну, если Катя меня, конечно, не убьет, потому что я уже тут как-то слишком все задержал. Вот, заселюсь туда в следующих сериях и буду тебя топить. Твой магазин каждый день буду топить. Поэтому лучше бы тебе переехать, Михалыч. А то там у тебя техника, а каждый день будет потоп у тебя. Может, не надо? Может, не надо? А может, ты в костер залезешь? Да, давай залезай, мелкий тебе уже тут огонек подготовил, не? Мелкий керосин остался? Остал. Подлей керосинчика. Михалыч, давай залезай, тепленький такой костерчик, не? Вот поэтому давай ты лучше сваливай. Пошли, мелкий, в наш дом. Захотел у нас хату отжать. Ты готов увидеть это чудо природы? Я надеюсь, что нас не надурили, и там не какой-то говно нам подсунули. Давай. Раз. Я доверяю тебе открыть двери и зайти внутрь. Давай. А чё, меня не пропустишь? Ёперный колбастер. Да тут столько места, то что можно теннисный корт построить. Короче, смотри, тут сральник, тут кухня, тут зона для записи роликов, тут спальня, спать будем, тут тебе можем даже один, я не знаю, можем себе домой бильярд купить или пинг-понг, прикинь. 140 с хвостиком серии жизни ютубера. И мы купили, если не лучшую, то одну из лучших квартир в городе. Давай выйдем на балкон, посмотрим, что там. Мелкий, ты понимаешь, что здесь видно все? Весь город видно, весь город ютуберов просто на ладони, ты это понимаешь? Нет, тут, конечно, еще очень много бабок уйдет на то, чтобы все здесь обустроить, я даже с этим не спорю, но зато с этого момента мы не живем в том рассаднике наркоманов и вот этих бандитов, а с этого момента мы можем приходить в свою хату и в своей хате нормальной, 150 квадратных метров, да мы можем здесь... Кстати, может, тусу устроим, когда все обустроим? Соберем весь город, всех наших друзей, вот Рикардо позовем, придем сюда... И забабахаем здесь просто дискотеку века. Так, ладно, все, а сейчас пойдем пригласим все же Катю. Если она нас, конечно, сейчас реально не убьет. Ты куда? Ты решил через балкон выйти? Ну давай. Пикачу забыл. Горю, Пикачу забыл. Не, ну как бы ты очень большой молодец, что ты нашел такой способ, как быстро спускаться со второго этажа. Ну давай ты в следующий раз просто будешь через лестницу. А то мы как бы через 2 дня тебе гипс уже будем снимать, или даже через день. Давай не будем тебе новый на ногу накладывать. Скоро снимем гипс, через 2 денька. Справка-то твоя, выписка от доктора закончится. Пойдешь опять в школу, а то, мне кажется, ты уже соскучился. Да, мелкий? Ну чё ты спрятался сюда? Я покатаюсь. Ладно, все, давай Кате пойдем. Она и так уже заждалась. Все, давай. Иди сюда, мелкий, давай, иди сюда. Давай. Если кто-то получит звездюлей, чур ты первый, чур не я. Давай. Тихо. Я сейчас как 100 возьму и тебе по лбу заеду так, что никогда больше в гости не захочешь меня звать. Ладно, мелкий, ты тут расскажи про всю нашу проблему, я на улице подожду. Я сейчас второй стул возьму и мелкому этому в одно место засуну глубоко и вот прям. Может, не туда. Надо? Мелкий, давай, иди сюда. Катя, мне кажется, на вот этом стресс большой словила. Да никуда, да не переживай, никуда она тебе ничего не засунет, и мне, надеюсь, тоже. Ладно, пройдемте. Мелкий, береги заднее место, а то Катя такая, она реально засунуть может. Сейчас мы ей покажем нашу хату.